Глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов проверил ход работ по достройке детского сада на 110 воспитанников в Гусарской Балладе. Возведение здания входило в обязательства предыдущего застройщика микрорайона, но с 2015 года стройку заморозили. Силами муниципалитета найден инвестор, который приступил к завершению строительства объекта. Его планируется сдать в эксплуатацию до конца 2023 года. Сейчас рабочие меняют фасад здания, вывозят строительный мусор, после этого приступят к остеклению, кровельным и внутренним работам. На площадке задействовано 25 рабочих. После завершения строительства начнется процедура оформления детского сада в муниципальную собственность. Партийный контроль за ходом работ осуществляется в рамках реализации проекта «Новая школа».